О, шаббат шалом! Да, я депутат, а сельский комбарь. О, у тебя борода какая! Ну, в общем, это все, мы приехали. Приехал, потому что мой товарищ. Не товарищ, это человек, который присутствует. Ну вот, не пустили, не только православных священников не пустили, не пустили действующего депутата Госдумы. Ты представляешь? Здравствуйте. А кто не пускает? Поздняков. Это я, Поздняков. А не пускают? Ну, местные забаррикадировались. А как он питает? Простите. Перекрыть пункты питания, сам выйди. Сегодня тоже предлагали. Конечно. Перекрыть питание и воду, сам выйдет оттуда. Что, а сколько можно терпеть? Работать же надо, люди так же хотят, чтобы за ними кто-то пришел. Конечно. Ухаживал. А уже был, люди приходили на прием. Нет, на прием должны люди ходить кому-то. Здесь как же драка произошла. Да ладно, кто да, ну вот, женщину выкинули это самое. Гаврикова Потапчук ударил. Да, сейчас побудет. Ну пускай он снимет побои, заведет уголовное, еще одно уголовное дело. Уже о побое. Поэтому творится, в принципе, беспредел. Ну, беспредел творится, да. Как и творился вот до этого. А сейчас продолжает твориться. К сожалению. Ладно, я поехал. Ладно, все. На связи там. Да, да. Ну, вы меня там. Да, да, да. Держите все. Все хорошо. Молодец, видео будет тебе присылать. Спасибо.